Сейчас мы отметим победу нашу. Для меня сельские игры – это праздник. Большой спортивный праздник, к которому мы готовимся раз в погоду. Конечно, для каждого человека это отрыв определенный во времени, отрыв от своей обычной жизни. И поэтому это всегда вдвойне почетно, вдвойне приветствуется, поскольку это такой душевный порыв для каждого человека, который принял здесь участие. Всех призываю заниматься спортом.